Доброе утро! Эти яркие банданы словно огненные всполохи костра. В полной мере отражают тему нашего сюжета. О модной огненной гамме сегодня и поговорим. В тренде теплая цветовая палитра. Одним словом – огонь. А это значит, что актуальны почти все оттенки красного, желтого и оранжевого цветов. Что нового предлагают нам дизайнеры? Спектр применения этих цветов сегодня настолько широк, что художники моды создают в нем классические брючные костюмы, костюмы сложного кроя с необычными деталями, асимметричные джинсовые костюмы с юбками, комбинезоны, имитирующие брючные двойки и, наконец, торжественные белые смокинги с огненно-красными шалевыми воротниками. Такова теперь нео-классика. А еще длинные вечерние платья, коктейльные, декорированные цветами, костюмы, напоминающие диоровский New Look, маленькие платьица, которые называют Baby Doll, образы в стиле хиппи, минималистичные аутфиты и эффектные комплекты спортивного шика. Огненная цветовая гамма хороша не только во множественных оттенках, но и в разнообразных фактурах материалов. Она отлично смотрится в рельефном трикотаже, шелковом бархате, мягкой искусственной коже, короткошерстном мехе, крашеной синтетической соломке и даже в материалах с комбинированной фактурой. Яркие ткани инкрустируют мелкими стразами, расшивают перьями экзотических птиц, украшают огромным количеством бахромы, декорируют пайетками различной формы, собирают из монет золотого цвета, как когда-то создавал платье легендарный дизайнер Пако Рабан. Одежда теплой цветовой гаммы отлично смотрится с различными принтами – клеткой, полоской, цветочным рисунком, восточным орнаментом и даже с репликой культового портрета Мерлин Монро, созданного Энди Уорхолом в далеком уже 1962 году. Огненные цвета хорошо сочетаются с различными оттенками коричневого, цветом золотистой ванили, мышино-серым, оливковым и особо модным сегодня бледно-розовым. А еще с очень яркими цветами – бирюзовым, фуксией и ярко-фиолетовым. Особо заметны обувь и аксессуары этой цветовой гаммы, среди которых я бы выделил ярко-красные сумки цилиндрической формы и сумки-багеты с бахромой. А среди обуви яркие босоножки на иллюзорной платформе и огненные летние ботильоны. Мужчинам стилисты предлагают модные вязаные кейпы, удобные спортивные комплекты, костюмы карго с огромным количеством завязок, уютные футерные костюмы, а на лето легкие льняные с шортами. И все это в теплых тонах. Жители Петербурга не очень склонны носить яркое, даже солнечным летом. Но мой опыт подсказывает, что добавив в гардероб несколько заметных вещей, вы его значительно обогатите и расширите. А через некоторое время вы уже не будете понимать, как вы обходились без цвета. Начните с кроссовок или модных босоножек, а затем добавьте парочку льняных рубашек сочных летних оттенков. И ваша жизнь обязательно немного изменится, конечно же, в лучшую сторону. Дерзайте и удачи вам!